Ну, обеден у нас сегодня на центральном. Смотрите, как голуби в ряд выстроились. Наблюдают за морем, дышат свежим воздухом. Хотя я бы, наверное, не хотел бы такой ветре загорать. Голубям раздолье. Летом не хотим посидеть на берегу. Температура воздуха 16 градусов. Солнце светит, но сильный ветерок. В общем, уже традиционно. Зимой не особо. Пацан, кидай по голубям. Зимой не особо отличается от этого обзора. Народ загорает в куртках. Купается мысленно. Бульба. Вот юный ворожиловский стрелок. Ладно. Ну не ладно, по голубям кидает. Он еще и в меня так попасть может. Уже задумывается народ по поводу шапок. Море классное. Ну, погода неплавательная, скажем. Купающихся нет вообще. Только загорающие максимум. Все так же строят беседку вот эту вот. Я думаю, к сезону будет готово. Даже не знаю, как-то грустно получился такой дневной обзор. Вот тут вот труба у нас, осторожно, смотрите. Она вот здесь есть, можно легко ее зацепить и растянуться прямо на пляже. А вот по набережной немножко получше. Картина, я имею в виду. Народ катается, гуляет, такое впечатление, что... Нет, ну конечно же не лето. Ну, впечатление, что люди еще есть. Я имею в виду отдыхающие. Ну, надеюсь, что она не обманчивая. Хотя вон те две барышни явно сотрудники Лазаревской городской больницы. Вот такая вот обстановочка. Всем доброго дня. Привет из Лазаревского. Пока еще тепло.